делать? Мы договорились с мальчиками на СТО, 120 метров здесь, 200 метров буквально. Нам нужно туда отправить машинку, чтобы она там самая, да? И тогда там они уже ее посмотрят. Ну, причина-то пока вот еще непонятна, фантастического полета машины, да? Ну, она вот на колесо, видите, вот прям след от колеса. След от колеса, и ее на бок перевернула. Я так прям, хорошо, что мальчики не пострадали, у нас эти вот, которые прям на нас наехали. И что сейчас делать будете? Эвакуатор ждем. Будете отгонять в Новосибирск или где-то здесь?